Всем привет, друзья! Сейчас затестим на планшете Lenovo Snapdragon 750G 4 части Crash Bandicoot и начнем мы с Crash Mind Over Mutant. Настройки в ней по дефолту. Тут минут 20 побегал, идет ровно. Чтобы выполнить атаку с вращением, быстро вращай левое. Неплохо, Крэш. Эта штука удвоит количество добываемых моджу. Действует она недолго, так что поторопись. Собери всех кукол Вуду, чтобы получить особые призы. Чтобы выполнить прыжок с вращением и забраться повыше, вращай левый аналоговый джойстик и нажми кнопку X. Ну что, идет нормально. Бывают какие-то мини-просадочки, но это из-за записи экрана. Я, в принципе, проходил намного дальше и вообще просадок не было. Все-таки скринрекодер чуть поджирает FPS-ики. Так, Crash Twin Sanity. А тут уже, да, я использую цикл. Так, спидхак. Как он называется-то? С головы вылетело. Так, и цикл скип, андерклокинг на двойку поставил. И в игре у нас, если поставить выше разрешение, чем 1x, ну то есть 2x и выше, у нас появляется полоса на экране. Чтобы ее убрать, ставим skip draw offset на троечку. Так, и что-то у меня тут еще включено, не помню. Значит, надо, наверное. Ну вот это решение я с PCCX Wiki брал, то что на тройку ставить. Там еще было указано, если включить Upscaling Hacks и поставить Half Pixel Offset на Vertex, то есть Normal, типа тоже помогает. Но у меня почему-то эта полоса никуда не делась
с этой настройкой. А вот skip draw помог на тройку. Блин, что-то не успеваю нажимать. It's true. Blondes do have more fun. Broke my fall. Back and forward, and I'm sick of it!
Well, I'm not gonna do it no more! Ну что, тоже играбельно. Конечно, не 60 FPS, но хотя бы 30-ку держит. Так, следующую запустим Crash of Titans. Она у нас, по-моему, потяжелее идет, эмулируется, чем Might of Overmutant. Чтобы идти или бежать, тебе нужно всего-навсего работать лет... Да, тут уже просадочки есть. Она и залучена на 25. Ну хотя нет, ровно вроде идет. Да не, отлично идет. Что-то в самом начале какие-то просадочки были. Так, а если вулкан поставить. Ладно, тоже нормально идет. Итак, последняя часть у нас будет The Wrath of Cortex. Тоже без спидхаков идет. 2x.
Все, закончен этот тест. Игрушки, все четыре части идут отлично. Для 750G неплохой результат. Думал, тормозить будет. Ладно, всем спасибо за внимание. Всем пока, друзья.